have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Всем привет! С нами Тузема, и пойдем сегодня продолжать наше приключение на танковой подводной лодке. У нас тут рандомно получилось новое задание. Немножечко расскажи нам, что дали. Да, там один дед нам дал задание убить другого деда, который потопил его под лодку, и мы сейчас пойдем убивать деда. Ясно. Идем мочить деда, короче. Хорошо, поехали. Экипаж у нас остается тем же. У нас есть Карла. Это такой женский вариант. Карла. У Клара украла. Да ладно, забей. Вот есть Ванесса, инженер. Она у нас реактором занимается. Карла у нас офицер службы безопасности, будет отстреливаться. Ну и хорошо. Я такой тоже в инженерном подхвате. Поехали. Так. А нам надо их звать как-то, чтобы они пришли в лодку? Они же не здесь или где? Так они тэпнутся. А, хорошо. Умеют. Ну, могут. Тогда от винта. Город Ворта, колица Европа. Ну ладно. Реактор-то выключен, если что. Кстати, оказывается, мы пойдем сражаться с Молотоглавом. А это у нас? Молотоглав по имени Моппи Джек. Да, это тот же... Поздравляю, мы сломали игру, у нас теперь два капитана, а не один. Точнее, если считать со мной, их три. А зачем? По факту, их должно было быть два, я и еще один. Может, это брат-близнец? С одинаковым именем. А, чувак сам прибежал и запустил реактор, ясно, хорошо. Я его запустил. Ты запустил? Да. Я так, понял. Подожди, я что-то не понял. Ну давай, иди ко мне. Иди ко мне. Ну. А, в смысле, это один человек, просто он... Просто он дважды числится? Да. А зачем нам второй капитан? Так это по заданию. Там этот молотоглав убил подлодку капитана. Ну как убил? Поломал. Вот, этот капитан хочет отомстить, и мы его, короче, с собой взяли. А, это тот самый дед. Сейчас я его за пушку расскажу, чтоб он мог... Да. Давай, хорошо. Чтоб он мог отомстить. Куда его посадим? Давай издарились это хотя. Тебе не кажется, что он будет нам патроны тратить? Хотя... Да я его замел калиберно посадил, не за рельсотрон. Хорошо. Все, значит, эти два рельсотрона наши. О, я забыл, что у нас клоун есть. Где клоун? Сзади. И правда. Клоуны, а не экипаж. Так, ладно. Получается, у нас... Что за розовая фигня, еще раз напомни. Да, просто по приколу. Ай, меня током бьет. Встань, пожалуйста. Спасибо. Блин, там сверху, нет. Или да. Говори, если тебе нужен на пушках. Да ладно. А фиг ли он мне решил сейчас светоподсказками закидывать? Ладно. А, вот да. А это потому что надо отмечать, чтобы ты этот не давал. А вдруг что-то понадобится? Не знаю. Да, мне очевидные вещи это говорят, я ставлю галку, но это что-то. У нас... В смысле недостаточно энергии? В смысле то происходит? Почему у нас недостаточно энергии? Так, минуточку, у нас топливный стержень только... А, два топлива... Где можно перезарядить топливный стержень? В изготовить. У нас два... А, стоп. Шикарно. А у нас есть топливные стержни? Два, там. Ну, я понимаю, что два, но два это не... Ни о чем. Ни о чем.
Но я же говорю, у нас два целых и один разряженный, то есть 0% обычного качества. Я потом и спросил, где их можно... Мы не можно. Мы их... Там нужен уран, и чтобы уран, это нужно уметь. Нет, там, короче, нужно идти вне подлодки, в пещеры, уран срезать, а я не хочу. Проще купить, не? Да, проще купить. Хорошо. Либо проще купить урановую руду, это еще проще. Но... да, у нас не было урановых стержней. Я когда здесь, я тебе не мешаю управлять? Нет. Хорошо. Если ты будешь колесико мышки крутить, тогда... Я ничего крутить не буду, я просто повтыкаю, посижу, посмотрю, что происходит. Слушай, а мне интересно, это не опасно с активным сонаром идти на Молоха? Так мне вот тоже интересно, это ты включил активный? Да. А зачем? Так надо. А как в пассивном плоти? Блин, тоже нет, скверно. В смысле, понятно. Нет, пока нет никак. Пока нет никого. А это вот синие следы за нами, это что? Это, стой, сверху это... двое. Да, двое плывут. Нет, не видно. Минус. А, все-таки нашли нас. Но я одного убил, еще сверху. Блин, пробоины. Почему? У меня дыхательного инструмента нет. Ну, дыхательного инструмента, я сказал. А, ну тут! О! Бегу. Ты тоже беги. Да ё-моё, мне подняться не дает, течение нет. Я его пристрелил. Нет. Умри. Но я его немножко убил, чем нет. Я по нему точно попал один раз. О! Кто нас тут? Мы одно понимаем. Да? Верхушку залатали. По насосы пошли там откачивать. Там слева сверху есть еще один. Чебурек. Блин, откуда нас топит так сильно? Стой! Так. Давление пока что... Откуда? Где пробоина-то? Вот. В днище. Иду. Ну, в полазе. В смысле, в маскировке. Дна вообще нету. Блин, меня плющит. Так это ты... Ну, сейчас, я иду за скафандром. Ай, не дошел, что-то. Я что-то не думал, что давление такое будет. Неправда. Возродиться со штрафом, это что значит? Это значит, что надо жать. Да? Ага. Хорошо. Ну, потому что лучше возродиться. Чувак у нас на крыше, если что. Да, ё-моё. А, кислород, понимаю. Оно живое на крыше. Я понимаю тебя. Я просто говорю, на всякий случай. Я даже почти не поврежденный. Ну иди ко мне сюда. Живое на крыше. Ну и где? Играет в морского конька. Вон, пробивает, видишь? Да ё-моё. Я не буду сейчас выходить. Я сейчас закрою, буду ходить. Чтоб пробило и пришло? Да. Ну давай. Так, подожди, ты уже пробила? Нет. Ну и что-то мне не говорит. О, убьё. А куда оно пошло? А, вон. О, всё. На смерть. Нормально. Вот, молодец, хороший. Трубку не дал. Блин, я вместо сварочного инструмента последний потратил. Блин, это печально. Очень. Так, у нас как-то очень странно, палубы затоплены. А я вообще не понимаю, как они затоплены. А, Тась, стой, ниже не открывай. Вот тут слева почини. Где ты сейчас, слева сверху. Подожди, да, вижу. Теперь вода туда к реактору вся спустится, я не знаю, откачает ее там, не откачает. А почему она не спускается? Смотри, тут сливной клапан открыт, что она не спускается? Ладно, спускайся. Все, вода уходит, и надо еще ниже открыть тоже, чтобы она в балласт уходила. Да, насосы есть, да. Ну все.
Но насос, если я понимаю, что... клапан открытым, но он воду не пропускает. Ну да. А когда и как я возрождаться-то смогу? Да вот, 1 минута 58 секунд слева. А, вижу. Хорошо. Жу. А что было бы, если мне нужно подождать? Мне пришлось до станции доплывать в соло. Ясно. Ты этого, как его, стрелка сними, пусть бегает, чинит неполадки. Хоть как-то. Да, давай. Я вообще, это пипец. У нас стержней нет. Нет, они как бы есть, но их уже нет. Слыкаешь? Их не хватит? Да. И что теперь? Хотя нет, а нет, он еще не использовал эти два. Ну, эти два еще нормальные, да, они еще живые. Да. Так, ну что, чини, я тебя буду ждать. Фуф. А как я появлюсь, на самой лодке или где? Или мне подобрать надо? А нет, тебе на челноке придется плыть. Извините? Почему ты выпустил целую коробку импульсного лазера? Я вижу, он над нами камни, он сбивает. Стоп, машина. Вот эту скалу, которую он разбил, если бы он ее не разбил, то вы бы сейчас хорошенько бы навернулись так. Ага. А я-то удивляюсь, почему он выпустил целую коробку лайка. Совсем расточитель. Так. Два точителя. Так, все хорошо. Ну-ка. Что у нас? Мы еще этого не убили. Кого? Так этого, миссия на которого у нас. Ну, как бы да. Всё, так, 12 секунд. Бог. Я почти что это. Тут почти что то. Да, тебе еще плыть. На каком расстоянии от лодки я появлюсь? На каком? Ну, нормально. Обрадовал. Да. Так, хорошо, я в каком-то корыте. Угу. Ты на челноке, у которого нет оружия. Пара-пара-пам. Так, навигация. Активный. Подожди, я вот такой хожу, у нас экипаж случайно не умирает. Как думаешь? Кто ж тебя знает? Мне куда плыть-то? У нас уже вроде экипаж жив. Да, даже не сижу. Карл, мне куда плыть? В какую сторону? Так на сонаре метка должна быть нашей подлодки. Мощь 11? Угу. Все, понял. Ну, потихонечку двигаюсь в том направлении. Так. О, яйцо грязевого раптора, го вырасти. Это будет наш грязевой раптор? Нет, он нас сожрет. Блин, стой! Стой, тварь! Нет! Ты в нашу подлодку врезался? Нет, надо мной какая-то скала. То есть мне как-то то ли оплывать придется, то ли... Это ты или как-то мы его называют. Почему ты не чинишь? Чини. Обязан. У нас куча непочиненных. А, нет, были это механические. Да. В смысле балласт здесь пробит корпус? Нам что, опять всякие твари? А, ты починил? Молодец. Подожди, я с тебя брал. Это вы внизу? Все, я понял. Нет, не внизу, кстати. Мы, по-моему, всплыли. Ну, у меня показано 6 метров до вас. Ну ты стыкуешься с нами. Прости, я немножко хрен сделал. А как я стыкуюсь? Что мне сделать-то? Вот видишь, у тебя зеленый лучок. Нет, стой! Сейчас. Лучок зеленый. Не, в теории я к тебе могу пристыковаться. Не-не-не-не-не, лодка-то у меня поменьше, по идее. Во-во-во-во-во-во-во-во. И сейчас стыковку должен нажать, жми. Все, молодец. Ух. Так, я сейчас заберу отсюда все полезное. Твой мешок с вещами твоего трупа внизу. Там вещи полезные. В этой же штуке тоже есть что-то полезное.
Ты меня тащишь? Да. Вещи. Я жадный. Ладно, что тут есть? Все забрал. А тут физраствор есть? Тут скафандры. Я заберу скафандр. Да не знаю, зачем. Да у нас все есть. Нет, хотя стоп, здесь есть? А, нет, это же хрень на батарейках работает. Я даже не посмотрел, что тут есть. Я просто пошел сразу рулить. Да, ну, хорошо, хрень на батарейках работает. Слушай, а это фиговина, она останется пристыкованной к нам? Не, ну я могу ее отстыковать. Нет, я имею в виду... это не... Это сюда? Нет. Это я за тобой просто пошел. Я в том-то дело думаю. Можно ее оставить себе как отдельную броню сверху, как спасательную шлюпку и всякое такое. Да, она сама. Она исчезла. Она исчезла. А, блин, то есть они все-таки... Угу. Ага. Ну как, нет, я могу... А, вот все, теперь не могу. Так, брошу-ка я здесь скафандр. Где мои шмотки? Внизу, говоришь? Да, там мешок. Погоди, не это не в балласте же? В балласте. В балласте? Вот он. А, понял. Слушай, я тебе спрятал выпуск. Так, а... Ну, пойдем. Я не понял, ты что... Кстати, не хочешь выучиться на механика? Хочу. Что это за сумка? Погоди. Так, она у меня в руках? А, вот, я это, понял. Это то, что было в тебе до смерти. Почини все механические приборы, потому да что... Да я бегу сейчас. Да. Меня лестница не пускала. Вот сверху желательно. Хотя там что, двигатель... Почему у меня сумка в руках до сих пор? Ну, выкини ее из рук. Так вроде выкину, понимаешь? А, все, понял. Сейчас, секунду. А... Угу, у нас осталось два стержня, один действует. Сколько у нас стержней? Моя мать, ванильская задачка. Что делать? Так. Ну, мы плывем. Так, пояс с инструментами. Это я одену. Опять ледяной шип. Вот, ну, не надо. Не надо. Ледяной шип — это очень-очень плохо. Слушай, 300 метров до этого челика смешного. Я 300. Тебе советовал за пушку сесть. Блин, я тут чинить собрался. Ладно, сейчас. А, слушай, ну, я думаю, что чинить будет нечего, если нас съест. Я понял, понял. Все, бегу. А, да вы смешные. Нас снизу еще атакуют. Нас вообще решили убить. Я на верхней пушке. Нормально или пересесть? Нормально, на всех. Погоди, на всех. Это рельсотрон. Ладно. По-моему, в своем секторе сейчас пока что не наблюдаю. Не отбились еще. Вода течет, это у нас? А. Ну да, у нас, наверное, в днище есть немного. Нет, у нас даже пробоина. А, хорошо. Нет, есть немножко. Но я золота. Вот, теперь. У меня просто даже находясь за пушкой, есть звук, если вода течет. Как будто в ванной кран забыл закрыть. Так, не надо сварить. Че, я тогда пойду пока что починю немножко. Не-не-не, мы сейчас обедут. Мы уже... Не надо. Я не сомневаюсь в твоих способностях, я но... Я понял, хорошо, все. Что там сверху? Я не сомневаюсь в твоих способностях. Так, за верхний рельсотрон. Сейчас. Вот, есть, за верхним. Да в смысле недостаточно энергии, ну... А, у нас, правда, у нас за реактором никто не сидит. Отправь инженера, пусть. Отправь. Так, 170 метров. 150 метров. Мы вперед-вверх двигаемся примерно, да? Вперед-вверх, да. Угу. То есть по вот этому снегу можно ориентироваться. Да, 100 метров. Что-то... А, спереди мелочь всякая, погоди. Нет, спереди был ледяной шип, поэтому я его обнул. Угу. Нет, там какие-то камушки маленькие были, маленькие рыбки, я так и не понял. А,
пиранью. Вот, еще так, какие-то. Меньше 100 метров. Ты ей предупреждаешь или напрягаешь? Я переключился на пассивный сонар. Наверное, да. Привлекать еще себе внимание будет не самым лучшим. А что он так близко от базы? А, мы под ним, мы под ним. Ну почти, 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 почти. Ёлки. Он нас атакует. Есть, его убили. А, я даже не успел понять как. Погоди. Мне кажется. Так, ну получается мы монстра этого убили, это было наше задание тут? Да. Да, хорошо. Ну, сегодня получается серия немножечко покороче. Наше плавание продолжится. С этого момента, наверное, вот это уже в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.